Доброго времени суток, друзья! Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями от коуч-сессии с Ириной Марковой, которую мы провели вчера, и несколько слов об этой сессии. Ирина провела со мной коуч-сессию, которая называется «Замена ограничивающих убеждений», и проработала мои убеждения, которые мешают мне в моем продвижении вперед, к моим целям. Ирина умело и чутко задавала мне вопросы, проработала мою ситуацию с моим отношением к моему роду, к системе. Было очень необычно и чувствовать эту работу, потому что мы зашли настолько глубоко, что это тронуло меня, мое сознание, мое подсознание. Я уже чувствую, как работа продолжается, не просто началась, но она идет, продолжается, еще, наверное, будет работать долгое время. И в этом я очень-очень сильно Ирине благодарна. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. А Ирине я дарю этот букет. Ирина, это тебе. Эти розы, эти астры, это все тебе. Пока.